Для благоустройства выбрана территория напротив Гребневской усадьбы. Это остров и прилегающие к нему земли. Это действительно уникальный проект, раскрывающий красоту этих мест. В задачу управления по благоустройству входило максимально подчеркнуть природные достопримечательности Гребнева, удачно вписав пешеходные и веломаршруты в существующий ландшафт. Кроме пеших и веломаршрутов, здесь предусмотрены зоны для тихого и для активного семейного отдыха, территория для проведения пикников. А с видовых точек будет открываться прекрасный вид на Барский пруд и саму усадьбу. Участники комиссии с привлечением общественности подробно рассмотрели проект и собрали подписи в его поддержку. Для чего вообще была эта комиссия? Для того, чтобы зайти в Министерство благоустройства для выделения финансирования на данный объект. Для этого мы должны были подкрепиться мнением других специалистов, что эта территория важна. Мы сейчас все вместе пришли к тому, что действительно этот проект нужен и что его нужно необходимо реализовывать. При удачном решении вопроса приступить к реализации проекта планируется уже в следующем году.